Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вкусные истории». Сегодня будем готовить очень вкусные тоненькие блинчики на листнике. Для этого нам понадобится 4 яйца, растительное масло, просеянная мука, сахар, соль, сода и молоко. Молоко я буду использовать домашнее. Вы можете использовать и покупное. Для приготовления теста для наших налистников нам нужно в яйца высыпать сахар и соль. Хорошо перемешаем миксером. Теперь добавим немного муки. Опять перемешаем. Теперь соду нужно погасить уксусом. Выливаем в тесто. Добавляем еще немного муки. Постепенно добавляем понемногу муки и перемешиваем миксером, чтобы не было комочков. Также можно доливать понемногу молока, так как тесто становится гуще и его труднее перемешивать миксером. Хорошо тесто перемешали миксером, чтобы не было никаких комочков теста. Теперь будем потихоньку доливать молоко и перемешивать венчиком уже. Хорошо все перемешали, теперь добавим 7 столовых ложек растительного масла. Опять все хорошо перемешиваем. Вот такое вот жидкое тесто у нас должно получиться. Оставляем тесто на 15 минут примерно и начинаем жарить блины. Прошло 15 минут. Ставим сковороду на газ. Немного смазываем с нее маслом, слегка. Хорошо раскалили сковородку. Теперь берем пол половника теста и выливаем на сковороду. И вот так вот раскатываем тесто по всему дну. Блины жарятся очень быстро. Как начнут поджариваться краешки, смотрим, что блинчик румяный уже по всему дну. Наш первый блинчик готов. Последующие блины мы жарим уже без масла, без добавления масла на сковороду. Если вы хотите более ароматные блины, можете добавить немного ванили. Вот такие вот тоненькие, румяные, с хрустящей корочкой блинчики у меня получились. Всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!